Каюк и с вами Шмыки, и я, короче, пытался найти, что будет, если сломать всех исповедников, но я ничего не нашел на просторах интернета. Да, игра вышла только вчера, и, наверное, никто даже об этом не думал, что их можно уничтожить. Ну ладно, я тогда их уничтожу. Появляются какие-то печати непонятные, и непонятно, что они дают. Мне кажется, лучше запомнить их не место расположения. Перемещение ам, да? Почему? Потому что, мне кажется, в дальнейшем нам в эти печати придется приходить. А как мы придем в печать, если там все уничтожено? Вот об этом и я думаю. Так, ладно. Как мне поставить метку? Но я не думаю, что я просто так его уничтожил, и там что-то да есть. Ладненько, где у нас еще они есть? Вот тут один. Тут один. Тут один. Ну, ладно, этого я уничтожу, когда полезу в горы. Этого уничтожу я, в принципе, когда пойду в эту локацию. Поэтому увидимся уже ближе к той локации. Так, окей, у нас появился кровавый же путь сюда. И сокращение плюс. Так, плечевая кость брата милосердия Макмиттенса. Брат милосердия и любитель кошек Макмиттенса спас без... бесчетное количество жизней человеческих и не только. Но он не мог спасти тех, кто не уважал чужую жизнь. А потому и сам лишился спасения. В смысле? Угу. Но я сейчас все равно сюда пойду, потому что там есть проход, а нас тогда коцало из-за яда. Так, сейчас как раз узнаю, что здесь внизу. А здесь, походу, в принципе, да и ничего. Ладненько. Здесь, я не знаю, изучено мне или нет. Тоже вопрос. Или там трава нужна была. Или оно, как обычно... решила не показывать мне. Не помню, что здесь. А, кровавая дорожка, точно. И сундук. Пустой сосуд. Найс. Ну что, готовы пройти эту линию препятствий с ядом? Побежали. А, так я все равно тут залезть не могу из-за воды. Найс. ГГ. Так, я не помню, а что здесь у нас было? Подождите, здесь тоже проход. Если что, я могу использовать портал и телепортнуться просто. Угу, хорошо. Мне сюда все равно придется идти, я хочу сломать их. Если нету нигде записей... что же будет? Тогда я узнаю сам. Вы узнаете вместе со мной. Альбера. Еще должно быть хотя бы два портала, как я понимаю. И хотя бы все святилища еще 7 штук.
Так, окей. А, стоять. Не туда, да, немного пошел. Хотя мне потом сюда травы нужно будет возвращаться и приносить. Но мне кажется, что если я сейчас сломаю все это дело, то какая-то будет херовая концовочка у меня. Надеюсь, что нет. И как раз сейчас еще и бусинки сделаю, точно. Давайте тогда с верхней локации начну. Блин, я не знаю, вот стоит ломать ли статую. Очищение вот этих. Давайте я, наверное, что сделаю. Остановлюсь, посмотрю в помощи. Может, здесь есть описание этих статуй и продолжим. Мне даже ни хера не говорится. Поэтому что? Ну, окей. Просто сломаю. А, стой, может мне кровь нужно пролить? Да нет. Фиг его тогда. А, точно, мне же еще за бусинками сбегать. Блять, я сейчас одну вещь понял. Мне кажется, на завтра реферат хуярить. Ну ладно. Давай, бусинки на. Больше ничего нету. И по бусинке я, наверное, поставлю. Что я поставлю? Так, это стоит все. Камень. Да, пускай это тогда будет. Пускай немного будет увеличена у меня шкала. Так, телепорт. Сейчас мы отправимся в этот. Мужику дадим две травы. Отдадим траву. Так, на прокачку, и кажется, там ничего такого нет у меня, да? 8000, 2. Ну, а смысл этого? Я не вижу. Типа, сверху вниз я почти не атакую. В режиме подката я тоже почти не атакую. Merciful be, penitent one. Так, 5200. О, нихера себе, 2000 сразу. The miracle is taking us away. Окей, полетели. В замок. Хотя не полетели мы не в замок, а мы полетим сейчас вверх. Я сейчас подумал, то, что я могу сейчас сразу сломать все эти святилища. И они все равно отображаются даже, видите? Поэтому я сейчас на лифте. Загоняй наверх и сломай там святилище. Так, здесь святилище. Бац, 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 бац. Ничего не происходит. Мне кажется, это в виде печати будет, ребят. Смотрите, сверху, сбоку, сбоку. Это пентаграмма? Да нет. Не может быть. О, прикиньте, мужика встретил. О, к счастью, истинно ли то, что дорога свободна? Чудесное видение дал ты мне узреть. Да пребудет благословенна встреча наша. Мизинец ноги из... чего? Мизинец ноги из известняка. Палец ноги от статуи первого босоногого паломника.
Крохотный палец позволяет ему задвигать с дороги огромные камни. Увеличивает дистанцию уклонения. Ага. Учитель собрал нас вместе так далеко каждое утро и сказал: истинное коленопреклонитель, паломник никогда не должен поднимать глаз от земли, по которой идет, ибо таков наш устав. О, вот это снимаем, это одеваем. Мне большего и не надо. Мне, в принципе, большего и не надо. А, стоять. Блять, ладно. Сохранюсь и пойду тогда мне спускаться. Так, вспомнил я тут еще то, что у меня была дорожка. Да, вот здесь вот. Интересно, что это? Кость? Так. Останки тела Тендуиди. Останки убитой послушницы Тендуиди, отделены от тела, чтобы не смогли... Так. Чтобы не могла она обрести священного погребения. Спрашивается, кто такая Тендуиди? Ну, была такая девочка, которая родилась в той же желтоватой деревушке Альбера, в которой родился ты, да, я. Пошел ей 15-й год, и случилось кое-что необычное. Родители ее заметили, как волосы ее начали скручиваться и стали напоминать очень тонкие шипы. Испугавшись, А вдруг это кара от чуда? А заперли ее послушницы в удаленные монастыри, известным своими строгими правилами. Поэтому и не узнал никто о том, что, несомненно, сочли бы ее, короче, ерихой. Окей, понятно. А теперь отсюда нужно выбраться. Немножко на поверхность. Так, следующую ломаем статую. Ничего не произошло. Хм, странно. Все, короче, пришел я на этот мост. Больше, в принципе, нас ничего такого не держит, поэтому идемте прямо. А-а-а. Подожди, подожди, подожди. Могу я сейчас использовать меч? Меч. Ну, в бусинке. Thank you.
Да ёлки-палки. Главное запомнить. Прикольно. Окей. Не, ну он не очень такой уж сильный. Единственное, что нужно понять, это тактику боя против него. Вот, вот этот вот момент нужно понять. Вот, блин, не могу сосредоточиться. Блять. Так. Печать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да сука. Ё-моё. Что это за дерьмо? Да что это за дерьмо? Это нормально? Это честно? Найс, я не ожидал то, что еще прилетит второй. Походу это сестра, да, его? Надо знать. Как такое возможно?
Боже мой. От какого черта он меня достает дубинкой? Боже. Ох ты мой. Вот это было сложно. Таранта моей сестре. Мольба к бурям. Так. Озвучен дрожащим голосом и с переходящими глотками. Призывая 4 пламенных луча, которые пронзают облако и поражают находящихся поблизости врагов. Сестра моя, не оставляй меня, ибо несу тебе в груди свой и в сердце в своем. Сестра моя, не бросай меня истекать кровью, ибо несу тебя в груди своей и крови своей. Сестра моя, не оставляй меня в тишине, ибо несу тебя в душе своей и песне своей. Ну блин, босс... Ну как, он не сложный, но он слишком спамящий. Если он бы не пулял своими этими полосами из так сказать, как они называются? Врата, когда открылись все-таки. Если бы не пулял своими вот этими херовинами. Я чувствую, как кровь моя обращается черным соком. А кожа моя сморщенная корою красноватую. Окей. Но я все равно еще не научился двойному прыжку. Я думал, хотя бы мне с них выпадет двойной прыжок. Но нихера. Те, кого избавил ты от кары, были Перпетва и Эдерсон. Найдешь брата и сестра, придешься в стражу его святейшества. Говорили, что Перпетва могла говорить с братом даже после смерти. Ибо извилисты пути чуда. Окей. На священном поле 7 в безопасности. Не услышат они ни шагов моих, ни страха моего. Чудо желания, дабы апельсиновое с дерева с них не издавать звуки при падении, и лишь ветер завывал среди колонн и подпор. Теперь я слышу лишь кошмарные крики мучаемых... Чудом. Я буду терпеливо ждать. Бляк. Найс. Ой.
немножко не то сделал. Ладно. Так, там у нас бабки какие-то с этими ведрами на голове. А, обратно так и не подняться, да? А, так они ни хера мне не делают, алло. Так, ладно, что здесь? О, это эти алкашки. Эти алкашки. Окей. А получается это... Если бы я с другой, да, стороны... Вот это плохо, то, что здесь обваливается. Что если я буду идти по полу, где это? Вот, допустим, ладно, здесь может обвалиться, я понял. Хотя и это могло бы обвалиться. Ладно. Малоберцовая кость охотника Риспа. Рисп Скримшоу был знаменит своими безрассудными ночными прогулками в лесах. Он говорил, он так, он говорил, они помогают ему думать о том, что лежит по ту сторону, даже по ту сторону высшей воли. Да-да, я так и понял, найс. Найс, я в принципе так и думал. Прыжок смерти? Не, прыжок жизни. Ну, допустим, я сюда не могу залезть, потому что я не достаю. А он корень. Опять снова же. Семена оливы. Пригоршня заботливо сохраненных семян. Косточка оливы перетерли в маслянистом мазь, которую оценит любой ценитель. Не знаю, скорее всего, мне нужно либо вернуться в горы и до этому мужику эти семечки. Либо что типа того. Это легко, ладно. Это часть легкая. О, здорово. Кающийся временем моему признанию. Трусость спустила корни в душу моей перед новым испытанием, назначенным прискорбным чудом. Кто мы, паломники, ежене грешники, избравшие блуждание как самую легкую из епископ... Ох, пусть слезы покрывают мою согренную спину. А чё здесь? Вау! Вау!
я понял, что там. Все, можешь идти. Хила больше у меня нету. Эти крики наполнили мою душу страхом. Ты очистил море душу от страхов и снова помог несчастному паломнику. Разные дороги избрали мы, но в конце пути мы и тебе. И грешники сегодня ждет отпущения грехов, близко или далеко, в этой жизни или по ту сторону сна. Да пребудет сердце милосердно кающееся. Большой палец ноги. Так, палец ноги от статуи первого босоногого паломника. Этот сильнейший большой палец оставил свой след на тайных тропах. Позволяет обрести дополнительный импульс в воздухе. Вот. И сказал он у истинного коленопреклоненного выбора. Руки в пути всегда связаны за спиной, ибо только ноги нужны им. Ему и именно значение. Имеют значение, ибо таков наш устав. Так, а вот это вот интересно, подожди. Маску мы снимаем. Большой палец мы вставляем. Я не знаю. А ну-ка. Все. Что-то я не врубаюсь. Какой импульс? Позволяет обрести дополнительный импульс в воздухе. Не понимаю. Какой импульс? Мать матерей. Бред. Какой импульс? Просто скажите мне. Я двойного прыжка не вижу. Какой импульс? Узел трех слов. Сразу новая локация. А, ну может здесь я получу способность прыжка. А, давайте, я думаю, на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И кажется, следующая серия начнется с босса, поэтому всем пока.